Фоном. На ковре бы в красном трико Заурбек Сидаков, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, параллельный зачет Республика Северная Осетия Алания. В синем трико выступает Евгений Жирбаев, Республика Бурятия, параллельный зачет город Москва. На ковре победил Джамал Атарсултанов, Московская область, Чеченская Республика. Приглашаются Александр Богомоев, Бурятия, Москва, Расул Машезов, Крым, Кабардино-Балкарская Республика. На ковре отцы борьбу ведут представители команды Дагестана. В красном трико Гаджи Набиев, 20 лет. Мастер спорта, борьбой занимается 7 лет. Тренируется под руководством Али Алиева. Гаджи – победитель первенства мира среди юниоров. Его соперник в синем трико – Адам Хасиев. Спортсмену 22 года, мастер спорта. Борьбой занимается 10 лет. На ковре «Б» в красном трико борется Заурбек Сидаков, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, параллельный зачет Северной Осетии Алания. Заурбеку 20 лет, мастер спорта, ЦСКА, 10 лет занимается борьбой, тренеры Арчегов, Дудаев, Рожков. Обладатель золотой медали международного турнира Golden Grand Prix Иван Ярыгин. В синем трико борется Евгений Жирбаев, команда Республики Бурятия, параллельный зачет город Москва. Мастер спорта. Евгению 21 год, 10 лет занимается борьбой. Тренеры Валерий Иванов, Соскинов и Письменов. Евгений Жирбаев – бронзовый призер первенства Европы 2015 года, призер чемпионата России, обладатель золотой медали международного турнира Гран-при Дмитрий Коркин прошлого года. На ковре борьбу ведут борец в красном трико, мастер спорта международного класса Александр Богомоев. На ковре «Ц» победил Гаджи Набиев, Дагестан. Уважаемые зрители! На наших соревнованиях президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. На ковер «Ц» приглашаются Кахабер Хубешты, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Северная Осетия, Алания. Денис Царгуш, Московская область, Краснодарский край. На ковре борьбу ведут борец в красном трико Александр Богомоев, мастер спорта международного класса,
Александру 26 лет, борьбой занимается 15 лет. Тренер Валерий Иванов. Александр Богомоев, чемпион Европейских игр в Баку 2015 года, чемпион Кубка мира, победитель чемпионата России 2015 года. Его соперник, борец в синем трико, Расул Машезов, Крым, Кабардино-Балкарская республика. Расулу 26 лет, борьбой занимается 12 лет. Тренеры Муратов, грек. Расул – бронзовый призер первенства мира среди юниоров. На ковре «Б» победил Заурбек Сидаков, Ханты-Мансийский автономный округ Югра и Северная Осетия Алания.